Всем добрый день, вернее доброе утро. С вами я, дядя Федор из Германии. Сегодня мы с собакой вышли на прогулку. День обещает быть теплым, солнечным. Небо голубое. Красота. А мы вышли погулять. Вот такое вот сегодня небо голубое. Без всяких тучек. Нету ничего серого. Ничего такого надвигающего. Все хорошо. У нас прошли рождественские праздники. 24-го был сочельник, Хайлиге Абенд. 25-го, 26-го было Рождество. Начинается снова, будет подготовка к Новому году. Новый год у нас не за горами. Осталось буквально несколько дней. 24-го вечера мы ходили к сыну. Справляли там всей семьей Хайлиге Абенд. Очень много еды наготовили там. Короче, посидели, подарков раздарили друг другу, детям, внукам. 25-го мы, можно сказать, отдыхали целый день. Нам тоже еще надо в магазин съездить, кое-что подкупить. С утра пораньше цапля охотится, стоит в воде. Вот мы уже возвращаемся домой. Сделали большой круг и теперь направляемся к дому. Сейчас придем домой, потом поедем в магазин. В магазине надо еще кое-что подкупить. Встретимся в магазине или около магазина. Еще не знаю, как получится. Глядя на такое небо голубое, такое погоду теплую, вся надежда на то, что Новый год будет снежный, пропала. Не будет, наверное, снега в этом году. Приехали мы в Кауфланд, закупились. Парковка вся забитая. Машин очень много. А людей в магазине еще больше. И вот в магазине я не стал снимать, потому что там народу полно. Закупились мы немного. Немножко в Лидле, немножко здесь, в Кауфланде. Ну, 100 евро отдали ни за что, короче. Так что поедем сейчас домой. Сейчас мы закупились. Я домой приеду, я сделаю небольшую такую обзорчик небольшой продуктов, которые мы закупились. Хотя оно навряд ли кому-то интересно. А сейчас мы поедем, заедем на огород. Я там купил кошкам корм. Надо опять поехать их покормить. Домой приедем, короче, я вам покажу. Обзор сделаю продуктов. Пока. До после, короче. Потом увидимся еще. Мурка одна здесь обжирается. Остальные не подходят, что-то, видать, слишком сытые. Хотя недалеко вот ходят здесь кругом. Вот мы уже приехали домой, кошек покормили. Правда, одна только пришла кошка. Но ничего, остальные потом придут. Мы им насыпали. Ох, пока все занесли домой, устал. Ну что, я вам обещал показать то, что мы закупились. Если интересно будет, смотрите. Нет, как хотите. Итак, приступим.
Итак, начнем. Багет такой вот большой. Две упаковочки баварских колбасок таких белых. Яйца. Это большая упаковка, 18 штук. Потом вот такая упаковочка вафельки. Зелень, укроп и лук. Это я не знаю, это что. Это такие вот кокосовые стружки. Ага. Зачем, не знаю. Это такая пачка салата. Вот такие куриные мини-стейки. Пачку зеленого чая. Это семечки. Тут разные семена, семечки. Это для в салат добавляется. Это что? Это разрыхлитель пачка. Пачку сахара. Это тоже салат, салат-дрессинг. Пачку муки. Такая бутылочка лимонного сока. Два баклажанчика. О, это водка. Очень, между прочим, приятно пьется, хорошо, легко. Ну, кто ее пить будет, не знаю. Это сосиски. И упаковочка вот такой шейки, свиной шейки. Одну сумку освободили. Сейчас будем вторую сумку освобождать. Вот такие вот булочки к чаю молочные. Потом купили тост, хлеб. Две упаковочки вот шампиньонов. Вот такой вот пучок зелени. Это здесь тмин и розмарин. Огурчики маринованные. Томатики. Опять же, такие четыре коробочки молока. Это для кофе. Вот такие вот огурчики. Пачку фарша. Один кетчуп. Картошка. Помесь. В духовке зажарить можно. Вот такие вот томатики. Три баночки творога. Перец болгарский. Вот такие вот две гранатки. Ручные гранаты. Очень вкусные. И, как всегда, вот такую упаковку. Правильно, правда, не было такой упаковки для маленьких собак. Пришлось брать 7 и плюс. Это крупные зерна здесь. И как он их жевать будет, не знаю. Ну, может быть, пожует. Вот такой вот мы сделали закупочку.
У нас до Нового года осталось буквально 30 и 31. Ну, 31 уже магазины будут закрыты, воскресенье. Так что завтра последний день. Завтра мы еще, возможно, может быть, что-нибудь будем закупать, потому что все в голову сразу не придет. Потом посмотрим, что не хватает. Потом будет 1-го магазины тоже еще закрытые, праздник, и до 2-го числа. Ну да, ну на этом я хочу закруглиться. Это совсем маленькое короткое видео, я выложил просто от того, что я уже давно ничего не выпускал. Вы, наверное, уже соскучились. Так что, если кому-то что-то понравится, лайки не забывайте. Подписаться. А я на этом с вами прощаюсь. Вам всем желаю крепкого здоровья, счастья, мира, удачи, любви и всего остального, что вы сами себе можете пожелать. Еще я желаю всем с наступающим Новым годом. Пусть Новый год вам принесет много-много радостей. До свидания. Пока-пока.